Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня покажу рецепт домашних роллов. Погнали! Для домашних роллов взяла недорогую рыбу, нерку, рисовый уксус, масло кунжутное, икру. Возьмите любую, но я взяла недорогую, имитированную. Предварительно нарежьте крабовые палочки, освободите от кожуры огурец и порежьте без мякоти помидоры. Также я сварила рис в мультиварке. В мультиварке он получается более рассыпчатый, его удобно лепить. Объясняю, почему я засовываю циновку в пакет. А вот почему. Когда вы испачкаете циновку в рисе, она будет липкая, ее будет очень неудобно мыть. Для этого оберните ее простым полиэтиленовым пакетиком, тонким, и приступайте к работе. Кладем рис в нори на циновку и укладываем наш рис. Предварительно необходимо смочить руки в рисовом уксусе, чтобы рис не прилипал. Теперь аккуратненько переворачиваем наш лист нори с рисом. Теперь мы будем укладывать начинку. Сверху положили сливочный сыр. Теперь будем аккуратненько переворачивать и катать наш ролл. Вот такая тарелка роллов у нас получается.